АПСИ приветствует обмен пленными на Донбассе. В АПСИ призывают к полному прекращению огня на востоке Украины. Председатель АПСИ, глава МИД Австрии Карин Кнайсли и генеральный секретарь АПСИ Томас Гремингер приветствуют обмен пленными на Донбассе и призывают к полному прекращению огня, сообщает пресс-служба организации. Возможность вернуться домой к Новому году и православному Рождеству столь большому числу людей, которых удерживали стороны конфликта, стало радостным развитием событий. Состоявшийся обмен – это не только гуманитарный жест, но и ценный шаг в сторону построения доверия. Мы призываем стороны продолжить попытки улучшения жизни людей, затронутых конфликтом, заявила Кнайсли. Гремингер отметил, что подобные акции смогут принести значительные и ощутимые результаты. Этот прогресс стал возможен благодаря усердной работе контактной группы и демонстрирует важность этого формата. Важно, чтобы стороны продолжили сотрудничество с трехсторонней контактной группой для достижения устойчивого мира, сказал он. Руководство АПСИ также в очередной раз призвало стороны конфликта соблюдать минские договоренности. Встреча освобожденных из плена украинцев. Онлайн. Напомним, в среду, 27 декабря, на Донбассе завершился процесс обмена пленными. Украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса. В свою очередь, Украина передала на Донбасс 233 человека. По материалам сайта news.com.